На цих виборах знайшлося місце і такому порушенню, як недопуск спостерігачів. Проте масовими вони не стали. На початку дня волевиявлення на виборчій дільниці не змогли потрапити двоє представників громадської організації «Опора». Підстави були різні, проте спостерігачі називають їх вигадками. Придумали, что якобы вследствие того, что у нас эпидемия, вместо двух предусмотренных по закону наблюдателей от одной организации может быть только один. Но они занялись таким юридическим новаторством, мы им быстро объяснили, что это уголовное преступление. Они с нами согласились. И на другом участке, опять же, глава комиссии заявил, что ему пришел какой-то список из территориальной избирательной комиссии зарегистрированных наблюдателей, и в этом списке наших наблюдателей нет. Після нетривалих перемовин спостерігачі все ж таки впустили. В комітеті виборців кажуть, що через складний механізм голосування та підрахунку голосів остаточні результати чекати в найближчі дні не варто. Это затянет и подсчет сам, и затянет, в том числе потребует больше времени для установления результатов, вплоть до 6 ноября территориальные комиссии должны с этой задачей справиться. Нас ожидают, очевидно, многочисленные судебные разбирательства, только и они уже имели место в этой кампании, наверное, побили там все рекорды, потому что только по процессу регистрации кандидатов у нас было более 90 судебных разбирательств, а по процессу подсчета, я думаю, что будет еще больше.